Сотрудники патрульно-постовой службы раздавали буклеты на автобусных остановках, в магазинах и просто прохожим на улицах курорта. Это специально подготовленные памятки с советами, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. Подробно описано, на какие детали купюры обращать внимание. В магазинах, в уголках потребителя и на входах размещены листовки покрупнее, чтобы покупатели тоже могли ознакомиться с приемами проверки подлинности банкнот. Полицейские рассказывали о том, какие купюры чаще всего подделывают и какая ответственность грозит человеку, сбывающему фальшивые деньги. И если вдруг вы обнаружили у себя фальшивку, не спешите от нее избавиться в магазине. По закону это расценивается как сбыт фальшивых банкнот. В случае, если гражданин сомневается в подлинности купюры, он должен незамедлительно вызвать сотрудников отдела МВД России по городу Анапа. Купюра будет изъята и направлена на исследование. Будет возбуждено уголовное дело и будет проведен весь комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на выявление лиц, причастных к сбыту данной купюры. Также обращаю внимание на то, что гражданину ни в коем случае, осознавая факт подделки купюры, ни в коем случае не стоит предпринимать мер к сбыту ее. В связи с тем, что будет данное деяние будет квалифицироваться частью 1 статьей 186 Уголовного кодекса, то есть сбыт фальшивых денежных знаков.